Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. То же самое рады повторить и мы, постоянный ведущий передачи Flat, который в кадре, и команда, которая за кадром. Сегодня у нас в гостях персонаж. Персонаж необычный, а вот вполне приличный, но для Flat может быть немножко непривычный, потому что он не только с гитарой, но со своим прошлым, с традициями и новаторством. Человек театра, человек музыки, рок-н-ролла и мюзикла Антон Дёров. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели или телезрители замечательного проекта, который называется «Живое радио». «Живое радио» и ТВ. Не забывайте нас смотреть, пытаться нажать Play TV на нашем сайте. А основную часть умозаключений и других вопросов будет представлять сюрприз, который сейчас выйдет из тени. Это ведущая Кейли, которую вы могли видеть на предыдущей передаче сегодня. Ну и сейчас вам предоставляется продолжение этого чуда. Всем еще раз здравствуйте. Здравствуй, Антон. Доброй ночи. Ну да, уже доброй ночи. Ты у нас сегодня с гитарой. Расскажи, пожалуйста, когда ты впервые взял в руки гитару? О, боже. Это, я честно скажу, а что без обиняков. Это было в пионерском лагере. Ну, дело в том, что у меня отец музыкант в свое время был, и гитара все время присутствовала в доме, безусловно. Вот. Но в пионерском лагере, в глубокие, застойные, далекие, можно сказать, брежневские даже времена, для меня было совершеннейшим откровением, почему девочки наши играют на гитарах в пионерлагере. Но девочки быстрее, видимо, развиваются, быстрее соображают, и они быстрее учатся в этот период становления. И они играли там я не знаю, там «Мой конь притомился, стоптались мои башмаки», что-то такое. «Куда же мне ехать, скажите мне, будьте добры, вдоль синей реки моя радость до Красной горы. На ясный огонь моя радость найдешь без труда». И они вот что-то такое заунывное там, значит, это самое, завывали на гитарах, на трех блатных аккордах в нашем далеком пионерском детстве. И меня это возмутило до глубины души. Я в очередной раз, приехав с очередной смены в пионерского лагеря ВТО «Русский лес», кстати, очень многие о нем знают, потому что, так скажем, цвет нашей богемы, не люблю этого слова, но тем не менее, вышли как раз из пионерского лагеря ВТО, тогда называлось, сейчас «Союз театральных деятелей», тогда «Всероссийское театральное общество». «Русский лес» назывался этот пионерский лагерь, и, в общем, там я взял впервые в руки вот этот вот инструмент. Но гитаристом меня назвать, конечно, весьма сложно. Я не гитарист, но иногда подыгрываю себе на гитаре. Кто повлиял на твое творчество из музыкантов? Я все время буду говорить «боже», потому что вопросы меня ставят в совершеннейший тупик. Если окунуться в историю, то... Ну, так скажем, кто производил на меня впечатление. Ну, да. Безусловно. Вот, на кого бы хотелось равняться? Недавно дома у меня был очень интересный разговор. У меня одна девушка спросила, она говорит: «А скажи, а у тебя есть какие-то кумиры? Вот есть люди, в присутствии которых ты бы мог впасть в ступор?» Знаете это ощущение, да, когда выходит типа звезда, и все вокруг и начинают... Звезда! Да! И такой мощный, ну, я не могу назвать ступор, такой испытывает очень мощный пиетет к какой-то персоне. Я начал быстро-быстро перебирать в голове разных людей, и мне на ум пришел только один человек. Это Владимир Высоцкий.
Вот мне на ум пришел один человек, что в присутствии Владимира Высоцкого я бы вряд ли осмелился что-либо исполнять, так скажем. Я не назову это песней, это исполнение стихов. На твой взгляд, есть ли смысл деления музыки на различные стили и направления? Нет. Почему? Потому что, может, ну, это банально звучит. Музыка может быть или хорошая, или плохая. Мне, и ведь, понимаете, в чем дело? Когда пионеры, простите меня, ради бога, пионеры, начинают играть там какой-нибудь жуткий трэш и только, и утверждать, что кроме этой музыки не существует ничего, мне их жалко, потому что это просто скучно. Благодарим за первую серию вопросов Келли. Она еще покажется в эфире. А пока докажем, что музыки нет границ. Наша передача музыкальная, не только разговорная. А в чате все-таки задавайте свои вопросы. Найдите его на нашем сайте и задавайте вопросы. А мы будем слушать песни, музыку и прочее. Да. Я, в свою очередь, основную массу песен, если я успею, я спою просто под гитару, но сейчас я хочу исполнить как бы нашу визитную карточку. Это песня, которую мы в свое время, к ней приложили руку три человека. Это Павел Комаров, Игорь Сорин и я. К сожалению, двоих из этой троицы уже с нами нет. Итак, песня называется «Мадам». Да, поехали. Итак, «Мадам». Мадам, до свидания. Ну-ну, не плачьте обо мне. Я ухожу, и на прощанье я нарисую кактус на стене. Подайте мне фломастер, я нарисую, вы потом раскрасьте. Ну не хотите, не надо, боже мой, но все же, милая, пустите, я пойду домой. Но не знаю я, как тебя найти. Как себя спасти? Знаю, на луне мы себя найдем. Это все цветы. Мадам, встаньте с пола и не валяйте дурака. С чего вы взяли, что это подло? Ну что скандалить из-за пустяка? Прошу вас, успокойтесь, идите в ванну и умойтесь. Ну не хотите, не надо, боже мой, но все же, милая, пустите, я пойду домой. Тебя найти, как тебя понять, как себя спасти? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, знаю, на луне мы себя найдем. Потом, мадам, извините, я ничего не обещал. Я не хотел бы вас обидеть и не хочу устраивать скандал. Да, я, конечно, верю, но я хотел бы избежать истерик. Ну не хотите, не надо, боже мой, но все же, милая, пустите, я пойду домой. Thank you.
что ж, это такая моя маленькая визитная карточка. Это песня «Мадам», написанная мной, и Пашей Комаровым, и Игорем Сориным в совместном творчестве. Слушаю вас. Спасибо, слушатели и зрители. Напоминаем, в эфире программа «Флэт», «Живое радио» и «ТВ» посредством проводов и электронов «Интелкома» из студии «Аутгарда» и все такое прочее. Москва, метро «Автозаводская». С нами Антон Дёров со своей гитарой и фонограммой, которую он обещает сегодня не злоупотреблять. Не буду. А напоминаем, что есть чат, и в чате уже есть вопросы. И прекрасная девушка Аня готова их зачитать, да? Дайте ей, пожалуйста, черный микрофончик. Итак. Антон, вы верите в судьбу? Вопрос от Мурзика. От Мурзика. Да, видимо, верю. Видимо, верю в судьбу. Вернее, даже в судьбу и удачу. Я считаю, что к ней нужно быть готовым. Вот. Кто для вас идеальный зритель или слушатель? Идеальный зритель или слушатель – это тот, который смотрит и слушает. Вот, пожалуй, все. Так, еще вопросы оживилось. Где бы ты хотел выступить живьем? Любое место. Я уйду, пожалуй, от конкретного ответа. Я бы хотел выступить живьем там, где у меня за спиной будут стоять музыканты экстра-класс, где я не буду вынужден играть на гитаре сам, и где звук и зритель в зале будет наиболее благоприятным. Ответил. Слушаю вас. Антон, что ты считаешь более важным в песне, текст или музыку? Ой, вы знаете, на то она и, потому она так и называется песня, потому что музыка называется музыка, текст называется текстом. То есть стихи — это стихи, а музыка — это куча всевозможных, можно назвать, определений музыки, да? Вот. А песня — это песня. Песня — это сочетание слов и музыки. Я считаю, что это абсолютно две равноценные вещи. Какая самая оригинальная находка, которая была сделана тобой и твоими музыкантами за время выступлений? Находка? Ой, находка. Ну, в период нашего творчества с Игорем Сориным, например, мы записывались на студию Льва Лещенко, и нам необходимо было прописать там такую тяжелую гитарную партию, и мы думали, как ее разнообразить, да? И вдруг мы увидели у него в кабинете, у Льва Валерьяновича, стоит подаренный, я не знаю, как это называется, казахский музыкальный инструмент, то ли дутар, то ли домра, это называется, двухструнный, очень красиво исполненный, там инкрустированный каким-то перламутром, и мы у него стырили из кабинета эту домру, и мы записали большой трек на домре. Ну вот, пожалуй, это был единственный эксперимент. Используешь ли ты элементы импровизации во время своих выступлений? Ну да, я пытаюсь использовать элементы импровизации. Только сегодня, конечно, лучше обойтись без импровизации. Ну, дело в том, что существуют разные музыкальные стили и жанры. То есть джаз определяет импровизацию. Хотя, чего ж греха таить, все музыканты знают, что все эти мелизмы, которые поют наши любимые негритянские певицы, отрабатываются в студии часами, потом звукоинженеры режут 150 треков, записанных на протяжении 2 недель, и выбирают наиболее лучшие исполнения того или иного куска, после чего, опять же, та самая якобы джазовая или джаз-роковая исполнительница эти куски впивает, и потом это выглядит как просто потрясающая негритянская импровизация. Простите меня, дорогие как-то лица черной национальности. Какое самое яркое впечатление, которое у тебя оставили выступления на публике? Ой, ну вы знаете, тут, конечно, трудно спорить с чем бы то ни было, потому что исполнение роли Иуды в спектакле «Иисус Христос – суперзвезда», что может быть более ярким впечатлением для артиста, да, но у меня были разные моменты. Например, один раз мы приехали на концерт, я приехал на концерт в город Подольск. Вот до сих пор у меня в голове это ощущение. Я должен был спеть там одну единственную песню в большом концерте. То есть там стояло порядка 100 киловатт. То есть аппарат совершенно немыслимый. И когда я принес мини-диск на вышку к звукорежиссеру, я вдруг увидел, что он находится в состоянии глубочайшего алкогольного опьянения, просто тяжелейшего.
И я очень испугался, потому что я подумал, что он сейчас не, просто налажает. Отдал ему диск, сказал номер трека, вернулся быстро через толпу, так как-то так прошел за кулисы, выхожу на сцену, начинается музыка, я начинаю петь. Это махина просто, это совершеннейшая махина. 100 киловатт — это круто. Вот. Я начинаю петь, и вдруг понимаю, что, что он мне включил плюс. Не минус, как я его просил, а плюс. И буквально еще через несколько секунд я понимаю, что это все-таки минус, а качество звука таково, что я принял это за плюс. И я с превеликим удовольствием и кайфом отпел эту песню, и под аплодисменты этого стадиона ушел за кулисы. Так, еще один вопрос. Какое впечатление оставила совместная работа с группой «Кафе»? Это провокационный вопрос. Это провокационный вопрос. Ну что, группа «Кафе» прилетели в Москву в субботу с утра, кажется, да, я не помню точно. В общем, короче говоря, была такая история. Группа «Кафе» решили провести вечер памяти. Я не знаю, куда смотреть, в камеру, да? Вот, вечер памяти и туда. И вечер памяти нашего любимого артиста и друга Эдуарда Степина, который тоже, к сожалению, ушел от нас недавно. Вот. И я по телефону у них спрашиваю: вы когда приедете? Там у нас будет какая-то репетиция, саундчек или что-нибудь в этом роде? Они сказали: да ладно, что нормально, все залобаем сейчас. Вот тебе тексты песен. Я говорю: да я не знаю этих песен, я вообще в жизни никогда не пел. Они говорят: да нет, все нормально, что ты, мы утром приедем, а вечером уже концерт. Вот это был для меня шок. Вот это вот называется сотрудничество с группой «Кафе», потому что они приехали, естественно, без вокалиста, а все песни группы «Кафе», ну, основную их массу, пел я. Впервые их увидев за день до этого, то есть вообще услышав и увидев на бумаге напечатанные. Вот это было, вот это называется сотрудничество с профессиональными музыкантами из нашего славного города Санкт-Петербург. Я сейчас передаю микрофон нашему постоянному ведущему Диме, чтобы он предложил тебе спеть еще одну песню. С удовольствием. Да, остановим поток бесконечных вопросов от ведущей Кэлли. Передадим микрофон диджею Шарику, а он, соответственно, автору микрофона. Ну что ж, предлагаю немножко похулиганить, потому что я просто вам хочу рассказать о том, что сейчас я не то чтобы устал от работы в театре, но мне то ли в силу моего возраста, то ли в силу каких-то других обстоятельств, мне не хватает драйва, не хватает желания общаться с публикой, не хватает возможности делать все так, как я хочу, а не так, как мне диктует администрация театра или режиссер. В связи с этим я решил организовать коллектив, который будет называться «Да, Бэнд». В этом коллективе будут играть музыканты как из Петербурга, так и из Москвы. Вот. И также в нем будет участвовать актриса нашего же театра Ольга Маховая. И вот эта песня, серьезно к ней не относитесь, она называется «Сидор Плеткин». Я сейчас исполню ее специально для вас. Вот тут как раз абсолютное единение текста и музыки. Тамбов в гости к тетке, жив и здоров. Ест на завтрак спелый банан. Утром завтра он будет там. Бу-бу. Даль безбрежна, все как в кино. Сидор нежно плюнул в окно. Лес в убранстве радует взгляд. Ветер странствий втул все назад. Бу-бу. Вот досада. Чух-чух-бу-бу. Выйдет
ветер свой фейс. Ах ты, черт возьми, думал весь рейс. Бум. Вау, Плеткин Сидор едет в Тамбов в гости к тетке, жив и здоров. Ест на завтрак спелый банан. Утром завтра он будет там. Бу-бу. Вот эта шутка специально для вас. Песня называется «Сидор Плеткин». Вы можете себе представить, как это звучит с рок-группой. Да? В эфире Антон Дёров и его коллектив, который пока еще находится где-то между Питером, Петербургом и Харьковом. Ага, и Москвой. И вот... Харьковом. А вот этот человек, про которого вы пели... Сидор Плеткин? Да, он существует в натуре? Нет, он не существует, это вымышленный совершенно персонаж. Ну, в общем, с ним случилась такая курьезная история. Это наши грезы. Ну, надеюсь, что когда-нибудь здесь будут и музыканты, как Сидор Плеткин приехал в гости к своей теще. Он, кстати, приехал? Надеюсь, что приехал. Вообще, тещи — это мой больной вопрос. Тещи я всех очень люблю и уважаю. У меня их было много. Они замечательные. Тещи все самые замечательные. Они своим дочерям хотят только добра. Вот, и музыканты когда-нибудь, может быть, где-то сыграют, и о концертах Антон сообщит отдельно. Можно прямо сейчас. Ой, про концерты. Эта группа, она когда начнет выступать? Ой, вы знаете, коллектив под названием «Да Бэнд», тут, понимаете, тут существуют друзья, я хочу просто рассказать. Дело в том, что в определенном возрасте мы не имеем права опускаться до ниже определенного уровня, да, ниже определенной планки. Поэтому мы хотим довести звучание и нашего коллектива, и всевозможные технические нюансы подогнать таким образом, чтобы не было никаких претензий к качеству исполнения, и в связи с этим... И процесс сильно затягивается. Но я надеюсь, что еще до наступления лета вся программа будет готова. Я даже думаю, месяц через два, если так, если реально смотреть на вещи. И, может быть, друзья с живого радио помогут мне в организации репетиции. Это скорее студия «Аутгард», которая не только приютила нас, но готова приютить и вас, уважаемые слушатели и телезрители. А пока что-нибудь в принципиально ином стиле? В принципиально ином. Давайте тогда, если в принципиально ином... Тогда... Пример регги мы слышали у вас. А, было такое, да. Но сейчас, помимо регги, я хочу для вас исполнить одну песенку. Давайте попробуем. Это сложно, потому что композиция достаточно сложная. Это 11-й трек, песня называется «Тебя буду помнить». Это стихи, опять же, мои и Игоря Сорина, а музыка написана мной в сотрудничестве с замечательным композитором и аранжировщиком Леонидом Головко. Она абсолютно другая. Здесь можно включить всевозможные объемы, холлы, сделать красивые, зажечь свечи. И песня писалась специально для девочек про то, как они уходят. Тебя буду помнить, твои губы и глаз твоих свет, слезой на ладони ты оставишь мне свой силуэт. Ты у воды туман, а я, конечно, нет, но уходя, оглянись мне вслед. Тебя буду помнить,
Шепчешь ты, опуская глаза, ты взяла, что смогла, но в ладони осталась слеза. Ты словно свет звезды, а я, конечно, нет, но уходя, оглянись мне вслед. Я буду помнить голос твой, повторяющий мне, и теперь я уйду, потому что я знаю ответ. Ты словно солнце луч, а я, конечно, нет, но уходя, оглянись мне вслед. Ты словно свет звезды, а я, конечно, нет, но уходя, оглянись мне вашему вниманию вот предоставлена вот такая вот песенка в демо-версии, да. Антон, большое спасибо за совершенно потрясающую композицию. По СМС приходит вопрос, видимо, от постоянных читателей твоей гостевой. Антон, ты обещал всем рассказать, чем же последние записи «Блюза и башни» лучше предыдущих? Ну, это опять же провокационный вопрос, я объясню. Дело в том, что я участвовал в некоторых записях мюзикла «Метро». Причем начал я участвовать в этих записях ровно в 92-м году, потому что я участвовал в одной из варшавской версии этого мюзикла. Вот. И я могу совершенно авторитетно, это мое субъективное мнение как артиста и как музыканта, заявить, что те две записи, которые были сделаны на студии у «Землян» и у Тимура Ведерникова, это одни из лучших записей композиций «Метро», которые были сделаны вообще когда бы то ни было. Объясню почему. Потому что нам, во-первых, никто не мешал. Это раз. Во-вторых, там присутствовали люди, которые действительно хотели это сделать. Причем хотели так, что до просто вот до драки. Только те люди, которые хотели это сделать. Это два. И третье, это то, что... В связи с тем, что мы истосковались по этому материалу, и в связи с тем, что нам было, у нас по-настоящему болело сердце. То есть мы приступили к записи этих треков после длительного перерыва, после того, как многие из тех людей, которые участвовали в мюзикле «Метро», стали настоящими большими артистами. О вокальных возможностях вы, да, думаю, сами все наслышаны этих людей. Но нам мы вложили душу и сердце в эту запись не только потому, что я там участвовал, просто если прислушаться и сравнить, просто поставить два трека рядом. Те треки, которые были сделаны раньше, и те треки, которые были спеты нами вот, специально для музыкального сердца театра, и подключиться как бы невербально к этой музыке и к этим артистам, вы просто почувствуете разницу, если это сделать с закрытыми глазами и очень внимательно. Еще один вопрос. Антон, почему в твоем творчестве так много ремейков популярных зарубежных хитов? Еще раз повтори, пожалуйста. Антон, почему в твоем творчестве так много ремейков популярных зарубежных хитов?
Потому что если я использую какие-то ремейки, то я использую ту музыку, которая действительно меня трогает. О, и в связи с этим я хочу вам исполнить песню, которую никто никогда не слышал в моем исполнении. Вообще никогда. Я буду подглядывать в текст, потому что эта песня сейчас в процессе. Она в процессе. Я попробую. Если я где-то ошибусь, не обессудьте, потому что эта песня просто в репетиционном, как бы сейчас, в процессе. Песня называется «Will you still love me tomorrow?». Эта песня очень известная на Западе, но ее совсем не знает никто у нас. Эта песня очень поэтичная, и для тех, кто плохо знает английский язык, впрочем, как и я сам. Но скажу вам честно, прежде чем начать петь, я всегда делаю подстрочник и дословно перевожу каждый междометие, чтобы я как артист, я понимаю, что нужно понимать точно, что ты поешь, в отличие от некоторых артистов, которые поют на том или ином языке, абсолютно не понимая, о чем. Вот. Итак, будешь ли ты любить меня завтра так же, как ты любишь меня теперь? Tonight your mind completely, you give your love so sweetly. Tonight the light, the magic of your sight, will you still love me tomorrow? Is this a lasting treasure or just a moment pleasure? Can I believe the magic of your sight? Will you still tomorrow? Tonight, with bold unspoken, you say where I'm the only one, the only one. But will my heart be broken when the night meets the morning star? I'd like to know that your love is love I can be sure of. So tell me I won't ask again. Will you still love me tomorrow? So tell me now, and I won't ask again. Will you still love me tomorrow? Сейчас я хочу передать слово Ане, голосу нашего сегодняшнего чата. Это к вопросу о ремиксах, да, каких-то. Ну, почему эта песня, почему ее не должны слушать российские слушатели, объясните мне. Я считаю, что она очень красивая. Там только перкуссия должна быть и контрабас обязательно. Кто для тебя лучший критик? Кому первому доверяешь прослушивание нового шедевра? Папе.
Антон, в прошлом эфире ты упоминал о работе с Леонидом Головко над двумя мюзиклами. Когда их можно будет услышать? Ну, опять вы всякие такие вопросы. С Леонидом Головко мы работаем над двумя мюзиклами все время, непрестанно. Работаем. Не испытывая никакого финансового удовлетворения от этого. Но зато мы испытываем творческое удовлетворение. Да, мы делаем сейчас два проекта параллельно. Один называется «Пеппи», а второй называется... Ну, второго нет названия, там про детей, которые заблудились в магазине ночью. И, в общем, к ним пристает педофил и в общем, ужасный человек, его зовут черный кутюрье по имени Вирджини Вульф, ну и так далее. В общем, он хочет превратить их в манекенов бездушных, гламурных, и таким образом, чтобы они расписались своей кровью на контракте и отказались от родителей. В общем, страшная, жуткая история в стиле, ну, музыка вся в стиле 60-х годов. В общем, такие два... Эксперименты мы сейчас делаем. Да, слушаю вас дальше. Когда вы впервые почувствовали себя самодостаточным музыкантом? Никогда не чувствовал я себя музыкантом и самодостаточным. Я пою. Я пытаюсь петь, во всяком случае. Я так про себя думаю. Я пытаюсь петь. Я пытаюсь донести слово и вокальную фразу. А музыкантом я себя, к сожалению, не считаю и жду, когда они будут уже здесь вот рядом. И когда я смогу на них наорать и сказать, что нет, в этом такте не так сыграно. Ну и так далее. В общем, вы меня понимаете. Так, что еще? Антон, какие качества вы цените в людях и наоборот? Талант. Наверное, да. Талант. А наоборот? Снобизм и... Найк написал очень хорошую песню, это вот другое, она называлась «Это гопники, они мешают нам жить». Помните, такая была песня? У Науменко. У группы «Зоопарк» была песня. И, ну, кто гадит в наших подъездах, кто тошнит в каких-то там вагонах метро, кто тра-та-та. И, в общем, ну, только я единственный не согласен с надписью ACDC, потому что сумка там у них написана с надписью ACDC. Я считаю, что ACDC, кстати, вы говорили о кумирах. Это одна из... Для меня это один из кумиров, идолов просто, потому что это энергетика в чистом виде. Слушаю вас. Тебе привет. Тебе привет от твоей футбольной команды. Йо! Йо, пипл! Я только что приехал с футбола. Неужели я им сказал, что у меня эфиры, они слушают? Офигеть можно. Да, они тут слушают вовсю. Круто. Тоха, а в какое время или в каком настроении к тебе приходит муза для написания музыки или текстов? Вот такой вопрос. Когда я один, и не обязательно мне плохо. Когда я один, вот я очень редко бываю один, я вам клянусь, видимо, я человек такой, ко мне приходят люди, они все время приходят и не уходят. И таким образом, до тех пор, пока они не уйдут, я не могу ничего придумать. Как только они уходят, оставляют меня одного, я начинаю что-то делать. Девушка с небес, Анна. Антон, вы доверчивый человек? Угу. Поэтому три раза был женат. Вы можете назвать себя счастливым человеком? Вот сейчас я счастливый человек. Знаете почему? Потому что у меня есть возможность говорить и делать то, что я думаю, и то, что я считаю нужным. Так, ну пока больше ничего такого нет. Ну пока все. Пока. Сегодня такая прямо пресс-конференция в рамках передачи «Флэт» происходит. Петь, блин. Да, и надо не забывать, что нам надо еще и петь, поэтому умолкаем ненадолго. А давайте мы послушаем сейчас, ну, чтобы грустную тему нашу как-то снивелировать, мы послушаем четвертый трек и уже оставим эти фонограммы нафиг. Песня называется «Кошка». Сразу предупреждаю наших телезрителей и радиослушателей о том, что этот демонстрационный трек он сделал специально, абсолютно пустым, чтобы я мог его просто петь под гитару, а там что-то бас там с барабанами что-то подыгрывают там. Это существенно, но создает просто определенный антураж. Музыканты поймут, что сыграть это расплюнуть, исполнить надо. Поехали. Четвертый трек. Песня называется «Кошка».
более хищная в мире животных. Ты дикая кошка на узкой тропе, прозрачною тенью мелькаешь в проходе открытого настежь купе. Ты самое лучшее в том, что я видел. Ты пуля, летящая в сердце ко мне. Ты дикая кошка на розовом фоне, последнем вагонном окне. Огни пролетающих станций, пой, поезд уносится в сторону счастья. Танцуй же в тоннелях железных дорог, танцуй свой немыслимый. Самая хищная в мире животных, дикая кошка на узкой тропе, прозрачною тенью мелькаешь в проходе открытого настежь купе. Спасибо. Антон, кстати, о животных. Я знаю, что ты обладатель симпатичного ирландского сеттера по имени Матвей. Да, а когда у тебя... чемпион, он чемпион России, он ходит на охоту, прыгает там и ловит всяких птичек, и, в общем, все такое. У него медали целая грудь у него. И, в общем, я его очень люблю. Он фантастический пес, совершенно. Честное слово, он чемпион России, реально. А да. Когда у тебя появилась первая собака? Первая собака, у меня всю жизнь были собаки, у меня была собака. Сейчас это уже не так актуально, конечно, вернее, это сейчас слишком актуально, потому что первую мою собаку, это был фокстерьер, его звали Аслан. Но сейчас уже так собак не называют, в связи, видимо, с Масхадовым или еще с кем-нибудь там. Вот. А так его звали Аслан. Почему? Очень просто. Первые буквы имен моих родителей. Алла, Слава, Антон, Аслан и так далее. Как ты относишься к отходу от признанных канонов музыки? Очень хорошо. Хотя нет, каноны — это не значит плохо. Каноны — это не значит плохо. Каноны, вот сейчас песня звучала, абсолютно каноническая песня. Просто вопрос другой, как это сыграть. И главное, не сыграть лишнего. Потому что я, может быть, что-то лишнее там играл. Угу. Да, ну, может быть, тогда еще что-то, все-таки программа музыкальная. Да. А сколько у нас вообще времени еще осталось? А, давайте тогда что-нибудь споем. Я для вас сейчас исполню песню, которая называется «Cocaine Dog». Немножечко... Кстати, о собаках. Да, кстати, о собаках. Песня называется «Cocaine Dog». Мы долго спорили с моим партнером, к сожалению, ушедшим от нас, Игорем Сориным, о том, что каковой должна песня. Мы спорили о том, что, знаете, как группа сейчас «Мумитроль», много у Гребенщикова подобных вещей, когда текст — это просто ассоциации.
это даже не несет никакой определенной смысловой нагрузки, а когда это просто ассоциации, какие-то возникают ассоциации в космосе, витающие, знаете, как мантры. И они, они... У нас есть такая песня, это самое, «Золотой ворон летел на татарские крыши сел, злой тугарин выбегал, бросил палка, не попал. Луна, какой большой, так как тыкв луна». Вот, это вот туда. И, а я ему говорю, ну, Игорь, ты пойми, что нужно, чтобы в тексте была информативность. Обязательно нужна какая-то информативность, нужна история. То есть, ну, видимо, актерское образование, то есть завязка, кульминация, развязка и как бы определенная история. Драматургия должна быть. Вот. Он говорит, ну, а как тебя понимать? Я говорю, про что? Нужно решить сначала про что, а потом придумывать форму. Я говорю, он говорит, ну, например, ну, это же про что? Я говорю, ну, вот, например, про собаку, которая нюхает наркотики в аэропорту. Он так опешил. Блин, я говорю, я подумаю. И стал думать мой приятель Леша Цветков, Игорь Сорин и я, в общем. И мы втроем, в общем, придумали такую вот безумную... Вернее, Игорь потом умыл руки, он сказал, нет, я в этом беспределе не участвую. Песня называется «Кокаин Дог». Я собака, я такая бяка, нюхаю кокаин. Что немаловажно, я служу отважно, полицейского чин. Контрабандистов я преследую, я стараюсь, ищу как следует. Нужен мне кокаин, как и им. Стоп, нашел, е-е, порошок. Ва-та-ту-ба, хорошо. Стоп, нашел, ух, порошок. Ху, хорошо. Фа-фа-ра-фа-фа-рам, та-ра-дын. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Это маримба должна играть на самом деле. Без охоты бегал на работу каждый день как один. Но теперь под старость мне работа в радость. Я ищу кокаин. Топ-паёк я на довольствии. Не работа, а удовольствие. Мне печалиться нет причин. Нашел, е-е, порошок. Вап-тап-ту-ба, хорошо. Стоп, нашел, е-е, порошок. Хорошо. Пау, фа-фа-ра-фа-фа-ра, ба-ба-бе. Чуть-чуть чую запах, сразу легкость в лапах. Я нюхнул кокаин. А устанут лапы, я себе припрятал килограмм не один. Буду жить при посольстве я. Не работа, а удовольствие. И доволен мной командир. Стоп, нашел, е-е, порошок. Ва-та-ту-ба, хорошо. Стоп, нашел, порошок. Ху, хорошо. Я шла, шла, порошок нашла. Опять пошла, пошла, фа-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 шла. Порошок нашла. Ну, в таком груве, в общем, можно долго существовать. Ну, только нужно, чтобы играли нормальные люди. Да. У нас есть вопросы в чате, Аня.
Домашних животных в доме у меня хватает. Кот-подонок, пес-скотина. И, в общем, ну, на самом деле я их очень люблю, хотя кот действительно подонок. Вот, друзья, у нас, наверное, осталось совсем немного времени, да? Вот поэтому есть песня про кошку, есть песня про собаку, а про какую зверюшку ты споешь в следующий раз? Если уж я начал говорить о скотах и подонках, я спою вам сейчас песню. Не буду я петь 100 Miles. Она на английском языке и нашему простому обывателю не ясна. Я спою песню, которая обязательно будет звучать в нашей концертной программе, но она очень необычная. Барабанщики говорят круто, гитаристы говорят, не, мы не врубаемся в гармонию, не надо нам этого добра. А барабанщики говорят круто. Песня написана композитором Аркадием Серпером, он сейчас работает в Голливуде, специально для спектакля «Голые», который назывался, это песня на стихи Роберта Бёрнса, она называется «Умник». Эта песня посвящена всем артистам, всем ушедшим от нас людям, всем по-настоящему таким раздолбаем. Я хочу сейчас посвятить эту песню, в частности, Илье Кормильцеву, которого сегодня не стало. Как напьется, вор как попался в просак, суду в своей дури клянется, клянется, а я без обману дурак. Букварь моя бабка дала мне, и в школу пошел я тогда, но грамота впрок не пошла мне балда, он и будет балда. Вино из бочонка тянул я в засос, гонял за соседской дочкой. Но сам я подрос, и бочонок подрос, и стал здоровенной бочкой. За пьянство меня среди белого дня поймали и вергли в темницу, а в церкви зато осудили меня, что я опрокинул девицу. Ужимками тешит народ, отец долгогривый со вздохом, но кто скоморохов клянет? Подобен он сам скоморохам. Сейчас подглядела в чате вопрос, видимо, спрашивает кто-то из музыкантов, у тебя гитара сейчас акустическая или полуакустическая? Полуакустическая. У нас время, к сожалению, эфира подходит к концу, и перед тем, как ты споешь последнюю песню, что бы ты пожелал на прощание своим поклонникам и нашим зрителям? А своим поклонникам и нашим зрителям я хочу пожелать... Будьте честны сами с собой. Будьте честны сами с собой. Не надо. Мы тут недавно выступали на телевидении по поводу использования фонограмм. Они, конечно, будут использовать. И никакой закон, конечно же, не примут. Но будьте честны сами с собой. И пытайтесь в музыке не просто услышать, увидеть обертку, да, а пытайтесь войти в контакт с теми людьми, которые вам ее преподносят. Вот, собственно, что бы я хотел пожелать слушателям. Всех музыкантов.
Тогда сегодня программа «Флэт» прощается со своими зрителями.